Во всех странах мира отметили Международный день воды. Цель праздника – привлечь внимание и к обеспечению безопасной питьевой водой. В Карачаево-Черкесии к знаменательной дате завершилась информационно-пропагандистская молодежная акция с символичным названием «Голубая лента», проходившая в рамках недели воды. Ахмат Халкечев продолжит. Неделя воды, инициированная Карачаево-Черкесским филиалом РусГидро и Республиканским центром дополнительного образования детей, оказалась весьма насыщенной на мероприятие. В начале акции «Голубая лента» объявили 4 конкурса на лучшую фотоработу, подделку, стенгазету и стихотворение о важности воды для нашей планеты. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы привить детям бережное отношение к окружающей среде и, естественно, в первую очередь, к водным ресурсам. После того, как мы неделю воды завершаем, многие дети понимают, что нужно бережно относиться к пресной воде, что у нас глобальная проблема по пресным водам. Большое количество участников из самых разных уголков республики представили свои работы на суд-жюри дистанционно. В литературном конкурсе школьникам и студентам нужно было представить собственные стихи о важности сохранения водных ресурсов. Такие же условия и в конкурсах на лучшую фотоработу, подделку и стенгазету. В свои работы они вкладывали всю свою фантазию и глубину мысли. Мне показалось, что мифология воды – это очень интересная тема сама по себе, и решил нарисовать. Наверняка ты что-то хотела донести, что... наверное, словами полностью не получится. Да, наверное, не получится. В то же время... То, что нужно беречь воду и что поддерживать ее чистой, ведь вода – это очень важный ресурс. Все работы конкурсантов размещены на официальном аккаунте Республиканского центра дополнительного образования детей в социальной сети Instagram. После подведения итогов компетентного жюри во всех 4 номинациях определят победителей. Им вручат дипломы и грамоты Центра дополнительного образования детей. Торжественное награждение проведет и Карачаево-Черкесский филиал РусГидро с вручением ценных призов, подарков и грамот от компании. В этот день по традиции мы проводим вот во всех регионах присутствия компании массу мероприятий. В том числе проводим мы ежегодно такие мероприятия в Карачаево-Черкесии. И нашим партнером при этом всегда является Центр дополнительного образования детей. Мероприятие получилось хорошее, на мой взгляд. Дети услышали много полезной, нужной информации. Вот она воспринимается очень доброжелательно, хорошо, с интересом. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.